Чистые помещения, запах свежих досок. У дома номер 19 по Масленникову абсолютно новые крыши. О пожаре здесь напоминают лишь обугленные стены. Восстанавливать кровлю начали в августе. Меняли стропильную систему, обрешетку и весь металл. Кроме того, делали ремонт пострадавших в пожаре подъездов и заменили выбитые окна. На все был срок 45 дней, чтобы успеть возвести крышу до осенних дождей. Подрядчики работали без выходных и справились с задачей даже раньше срока, на радость жителям. Такие объемы работ за такой срок, конечно, похвально. По поводу качества... Ну, как вам сказать, ну, покажет вот нам это, зима покажет, весна покажет, насколько качественно. Ну, так в основном нареканий таких больших нет, конечно. Если нарекания возникнут, подрядчики узнают об этом первыми. На все работы гарантия 5 лет. Если в течение 5 лет у них потечет крыша по как бы нашим причинам, мы будем ее исправлять. Бесплатно? Да, за свой счет. Напомним, сильный пожар вспыхнул поздно вечером 4 июля. Выгорело больше 1200 квадратных метров. Из-за пожара люди остались не только без крыши над головой, но и без газа и электричества. Мы четко понимали, что эта работа, она не рядовая. И поэтому я, как глава администрации района, конечно, понимала, что это дом моей особой заботы и внимания. И поэтому я здесь была часто, я разговаривала с жителями, мы разговаривали с подрядными организациями. И самое главное, что я жителям пообещала их не оставить и далее. На ремонт сгоревшего дома направили больше 7 миллионов рублей. Это средства городского бюджета, резервного фонда. То есть, если говорить о фонде капитального ремонта, о средствах, которые предусмотрены за счет платежей жителей, они в данном случае не участвовали в выполнении данных работ. И, соответственно, на следующий год можно говорить о том, что в рамках фонда капитального ремонта здесь тоже будут производиться мероприятия, те, которые определят собственники. Кроме того, тяжелая техника повредила асфальт во дворе, а потому администрация Октябрьского района добилась, чтобы внутриквартальную дорогу отремонтировали в этом году. Уже в октябре жители смогут ходить по новому ровному асфальту. Марина Матвеевична, Максим Гусев. События.